Ярославич во вторник уступил во второй встрече турнира в Анапе. Там он борется за право выступать в Суперлиге и в следующем сезоне. На этот раз подопечные Сергея Цветнова играли с уфимским «Уралом». Встреча завершилась поражением Ярославича 2-3. Все решилось на тайбрейке. В активе наших волейболистов пока всего одно очко. Правда, чтобы исправить турнирное положение, в запасе есть еще 4 матча. В среду Ярославич поборется с «Локомотивом Изумруд» из Екатеринбурга.